Задержание подозреваемых мужчины и женщины производилось в Московской области на одной из автодорог. В салоне автомашины оперативники обнаружили более 2 килограммов синтетических наркотиков. Еще 250 граммов было изъято на месте проживания злоумышленника в городе Марксе. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемым избраны меры пресечения содержания под стражей. Денис Желтов, Андрей Багаев, «Вести», дежурная часть, Саратов.